середина сентября. Показываю вам сейчас цветение огурцов. Смотрите, партенокарпические гибриды. Ничего не бояться, у нас на улице уже по ночам плюс 5 градусов, а в теплице у меня благополучно растут и цветут огурцы. Но такое развитие хорошее получается только при соблюдении одной очень важной операции. Вот смотрите, это уже боковой пасынок у меня растет, и вот он, огурчик, который завязался, а вот продолжение плети. И вот эту часть нужно обязательно сейчас уже удалить, чтобы растение перенаправило силы на формирование вот этих маленьких огурчиков. Лишь только в этом случае урожай будет большой. Всем большое спасибо за просмотр.